Как изменить дату и время на устройстве iPad 9.7? С вами HardReset.info, давайте покажу. Открываем приложение «Настройки». У нас открывается приложение «Настроек», и мы выбираем пункт «Основные». В «Основных» мы спускаемся вниз и выбираем «Даты и время», после чего мы отключаем автоматическое определение даты и времени и нажимаем на последнюю строку. Здесь мы с вами выбираем дату, то есть вверху мы можем выбрать, нажимаем сюда, и можем выбрать месяц и год. Закрываем. Затем можно выбрать день, после чего нажимаем на время. Секунду. Закрываем. Вот, внизу нажимаем на время и выбираем, вписываем правильное время. То есть, например, там 12:58. И все. Все время, как вы видите, уже изменено, и дата тоже. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!